Привет тебе, начинающий игрок в ГД. Сегодня я тебе поведаю о уровне тон 618 и почему он абсолютно невозможен. Многие почему-то ошибочно считают, что он возможен технически, но не человечески. Нет, это ошибка, он невозможен без ноуклипа и всего такого. То есть со спидхаком, с ГД-ботом его никак не пройти вообще. Вот эти красные квадратики — это хитбоксы, которых никак нельзя касаться. То есть, если ты коснулся хотя бы пиксель, ты уже умер. Тон 618, большинство кликов — это залеты почти под центр этих хитбоксов. То есть, сравнивать этот уровень с остальными — это то же самое, что построить стену из блоков на 3 минуты и сказать, что это самый сложный уровень. Если наложить на эту стену блоков геймплей тон 618, а именно макрос, то ничего не изменится. Только сложнее даже будет по логике. Самым сложным технически возможным уровнем на данный момент является Cyclopsic. Это самый сложный уровень, сложнее него никого нет, поэтому тон 618 просто невозможный уровень. Удачи тебе в твоих прохождениях, а минута прошла.